Hey, вы на канале Минкей, и все как обычно, с вами Ли Саран. Последнего выпуска я успела посмотреть только одну дораму, о которой сейчас расскажу. Я скучаю по тебе. Эту дораму я наконец-то домучила. Смотрела ее на протяжении 2 месяцев. Первые 14 серий были очень скучными, меня только держал Ю Сын Хо, который играл роль Гарри Боррисона, или Хён Джуна. Просто у него в сериале 2 имени. Эта дорамка состоит из 21 серии, и она 2012 года. В главных ролях Ю Сын Хо, тот самый, который держал меня весь сериал, Юн Ын Хе и Пак Юн Чхон. Все начиналось еще в школьном возрасте, когда им было по 15 лет. Ли Су Ён не было ни дня, чтобы над ней не издевались одноклассники. Они ее так ненавидят из-за того, что ее отец убийца. Но был такой особенный мальчик, который захотел с ней подружиться, и это был Джон У. В общем, они, короче, стали друзьями, а потом они друг друга влюбились, да. Но вот при кое-каком случае они расстаются, вот же судьба, да? Проходит время, они выросли, и у каждого из них своя жизнь. Он стал детективом, а она дизайнером одежды. Но прошлое дает о себе знать. В тот день, когда они расстались, случилось много плохого. Чего? Не хочется вспоминать. И вот судьбишка решила свести их опять через 14 лет. Только вот Су Ён уже есть парень, который любит ее. И все что угодно ради нее сделает. И вот эти двое начинают бороться за Су Ён. Так что, ребята, идите смотрите. Вы узнаете, кто же виноват в том, что они так расстались. И как Су Ён познакомилась с этим молодым человеком, то есть Хён Джуном, Гарри Боррисоном. Насчет сюжета. Как я уже говорила, первые 14 серий были очень скучными, но потом мой интерес все нарастал и нарастал, но, к сожалению, конец меня расстроил, так как я ждала совсем другого. Блин, так жалко его. Хочу рассказать, кого жалко, но это будет спойлер. По сюжету они очень, ну прям очень много рыдали, как бы я уже привыкла, что в дорамах много плачут, но тут просто передоз. Насчет актеров, я как я уже говорила, что эту дораму смотрела я ради Сын Хо, очень нравится этот актер, подумываю сделать про него биографию, кто за. Насчет Юн Чхона, ну об этом актере я не могу ничего сказать, есть моменты, где он мне нравился, есть моменты, где он меня выкашивал, но так я отношусь к нему нормально. Актриса Юн Ын Хе, она, как по мне, у нее такая внешность, ее губы, такое ощущение, что они ей мешают. Простите, если кого-то обидел, но я ее не оскорбляю, пожалуйста, не путайте. Насчет музыки, музыка меня в этой дораме вообще не зацепила. И, в общем, моя оценка 7 из 10. Да, 7 из 10. Вот и все, спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что ты думаешь о этой дораме, нравятся ли тебе актеры и тому подобное. Очень люблю читать ваши комментарии. До встречи!